как-то раз маленький мальчик увидел игру под названием Chicken Gun и решил скачать ее. Но он не ожидал, что с ним будет в конце. Так, вот я наконец-то появился в Chicken Gun. Ха-ха-ха, смотрите, нуб зашел. Эй, что ты говоришь, я не нуб. Да ты даже ничего не умеешь, нубяра. Так, стоп, что это такое? Надо проверить, ай. Ха-ха-ха, этот нубяра вообще ничего не знает. Вот мы профессионалы, а вон там нуб какой-то. Блин, ну хватит меня обижать, пожалуйста. Да, я не умею играть, и что в этом такого? Ай, хватит меня бить, зачем вы так делаете? Пожалуйста, поставь лайк и подпишись, чтобы помочь мне. Спасибо тебе. И с этого момента он начал тренироваться. Сначала у него ничего не получалось, но потом он каждый день заходил в Chicken Gun и тренировался. И сам того не заметив, у него стало что-то получаться. Он начал играть намного лучше. Но если вы поставите лайк и подпишитесь на канал, то он станет играть еще лучше. Он накопил денег и начал покупать всякие оружия и скины. Он долго копил их и радовался жизни. Он купил хорошее оружие, купил себе лучший скин и пошел играть дальше. Он зашел на сервер и сразу же их узнал. О, здорово, новенький! Я вижу, ты профессионал, да? Я тот, над кем вы издевались раньше. Стоп, что ты, тот самый нуб, что ли? Да, но я теперь не нуб, а профессионал. Теперь получайте! Ой, братан, все, извини. И теперь он начал над ними издеваться. Все, хватит нас убивать, пожалуйста. Дайте обещание, что больше никогда не будете издеваться над нубами. Да, все, извини. Они и вправду больше не обижали нубов. А он начал помогать тем же нубам, которым был и раньше. Он учил их играть и так далее. Поставь лайк и подпишись, если ты хочешь, чтобы они тоже стали профессионалами. Не обижайте нубов. Всем удачи и всем пока.